На какой спектакль вы сейчас ходили? «Октавианская львица». Скажите, пожалуйста, что вам понравилось, что не понравилось, какие были впечатления, как игра актеров? Нет, игра актеров, это, конечно, колоссально. У меня произвело впечатление очень глобально. Я в шоке, просто сказать, от такой игры. Хоть я и сидела на бильетаже, да, на пятом виду, но мне все было видно и все великолепно. Я вообще довольна спектаклем. Скажите, пожалуйста, вы бы могли бы порекомендовать своим знакомым, родственникам, близким, другим зрителям сходить на этот спектакль? Всем с удовольствием. Вот я лично могу только порекомендовать. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо.